Всем привет! Новый формат видео. Посмотрим. Напишите, как вам, понравится или нет. Вот. Продолжаем рубрику мини-распаковочки. Получился несколько посылок. Сейчас прям сразу их и вскроем. Так, первая посылочка. Так, в первой посылке солнце сильно светит, да? Так, в первой посылочке у нас с вами запчасти для ВПЛ мостов. Это такие вот оси с металлическими редуктором, с металлической главной парой, если быть точным, и вот такие вот основания частично с карданчиками. Вот. Эти будем мы ставить, тут у нас дальше идет передний мост с косточками. Вот. Будем ставить это в металлические мосты, которые приходили к нам совсем недавно для шишиги. Так, первая посылочка. Дальше. О, наконец-то долгожданные микросервочки для рулевого управления на Зила 131 и на УАЗик. Вот. Так как я туда поставил переключателей коробки передач ВПЛовской, которая двухступенчатая, а там сервочка, она такая малоходная, и она там чуть-чуть движет, и углы поворота очень маленькие. Так, вот запчасти для машинок пошли. Скоро будем что-то ремонтировать. Так, дальше. Тоже интересная вещь. Заказал двусторонний скотч, тоненький такой, смотрите на просвет. Вот, бывает очень нужно где-нибудь тоненькое что-то приклеить, и чтобы не было видно, он будет внутри прозрачный. Так что вот, и последняя посылочка на сегодня. Это USB адаптер. Легкий. Что-то в нем гремит. Только вот я не пойму. По-моему, он показывает с экранчиком. Видите, тут у него такая глянцевая поверхность. Сейчас мы, кстати, оторвем с него пленочку, чтобы вам было более понятно. Видите, прям зеркальный. Ампера. 5 вольт, 3 ампера. Посмотрим, выдает ли он свои 3 ампера или нет. Что у нас еще в комплекте? Инструкция. И кабель. Ну вот. Вот и все. Несколько посылочек. Можно сказать, прям получил и вскрыл. Пишите, интересен ли вам такой обзор, или все-таки поинтереснее, когда мы вскрываем в нашей мастерской. Ну все, всем спасибо, пока, до новых встреч.
Будем на днях собирать шишигу. Так что будет интересное видео. Потому что будем ставить металлические мосты на нее, утяжелять, красить, делать такую внешку небольшую. Вот. Ну все. Всего доброго. Пока.